Сотрудниками наркоконтроля «Главка» совместно с инспекторами ДПС недалеко от села Песчаный Умёт Саратовского района был остановлен автомобиль под управлением 32-летнего саратовца. В салоне машины полицейские обнаружили и изъяли сверток с гашишем общей массой около 1 килограмма. В Саратов вез? Да, в Саратов. Сколько перевел за данный наркотик денег? Сколько перевел денег? Я сейчас вспомню. 200 с чем-то. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция части данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.